Ну что, друзья, добрый день. Как видно, как слышно. Так, отлично. Так, я сегодня сейчас несколько в другой одежде. Видите, так сказать, у меня эмблема Skyway. Я считаю, что ничего, если я теперь буду не в костюме, а с символикой Skyway вести вебинары. Я думаю, хуже от этого. У меня, видите, тут и на плече тоже Skyway. Вот, все-таки хочется, еще кепка где-то есть, но в кепке как-то неудобно сидеть и это самое. Значит, друзья, мы будем сейчас, специально договорились, вот я, Леша, на всех вебинарах передавать ту атмосферу, которая создана и в Минске, то есть мы это назвали неделя фестиваля Skyway, то есть то, что прошло в Минске, нулевой километр, конференция в Минске, потом 3 дня работы в Москве, и вот это заключительный день, 25-е, опять действительно, я могу сказать, был такой грандиозный день. Вот он, это выступление, то есть наши ребята подготовили все очень таким лучшим образом. Списывайтесь, общайтесь с теми, кто был, потому что эта атмосфера, ее передать невозможно. Вот, когда 1000 человек в зале, у нас внизу только сидел, Алексей покажет фотографии, внизу было 780 человек, там просто мест не было, люди сидели в проходах, еще были 2 балкона. Вот, и началось все с лазерного шоу. Потом было выступление Анатолия Эдуардовича Юницкого, потом вопросы-ответы. Вот, то есть видите зал, насколько он заполнен и насколько все это было. И вот эта овация, когда Юницкий зашел в зал, начал говорить, и когда 1000 человек там, в течение там, не знаю, там, почти 5 минут овации его встречали, это друзья, перевозможно. И я даже, видите, даже опять немножко заволновался. Потому что тоже, и когда мне Андрей ставил слово, чтобы я представил Юницкого, я честно говорю, я так никогда не волновался перед залами, когда я вышел, так сказать, действительно очень тяжело было говорить. Вот. Ну и сам Юницкий тоже, мы сейчас специально вот ролик показали, когда на закладке нулевого километра, я могу сказать, что, друзья, Юницкий, я первый раз видел, чтобы Юницкий по бумажке читал то, что он хотел сказать. Это. И, соответственно, в зале тоже, когда он вышел, он сначала настолько волновался, настолько говорил, ну, потом постепенно все, как бы, опыт берет свое, все нормально вошло в свое русло. Видите, там на заднем плане еще песняры белорусские выступали, это тоже очень так символично и тоже очень здорово. Так сказать, это. Меня еще потом попросили, чтобы я вместе с песнярами спел поздравления там, так сказать, с Юницкому. Но, честно говоря, я устал настолько, что просто сил уже потом в конце выйти на сцену уже просто не хватило. Вот. Настолько все отработали и настолько все выложились, что было очень, очень тяжело. И потом, ну, и опять же, это такая радостная усталость. И потом после конференции мы еще поехали, у нас была такая закрытая встреча с небольшим количеством инвесторов, авторов. Вот, и Анатолий Дальше. Искренне он уехал как раз оттуда сразу на поезд, потому что в понедельник уже планерка с конструкторами, уже работа. Вот. И он искренне настолько благодарил и сказал, что да, это был действительно праздник Skyway. Это действительно был форум, который показал, что стоялись как команда. Мы сделали большую работу, мы сделали очень многое. И когда он на сцене прям в поезд поклонился тем, кто был в зале, ну, зал просто, я не знаю, там, и хлопал, и плакал, и там было очень, так сказать, и эмоции, и действительно вот это общий заряд. Вот, и я могу сказать, что, друзья, мы будем это готовить теперь 2 раза в год, такие форумы, такие праздники Skyway, следующий будет в мае. И я могу сказать, что по каким-то причинам или это мы будем рекомендовать всем, но я могу сказать, что, друзья, те, кто просто в этом не участвовал, вы много потеряли. Потеряли в том, что собралось вот такое количество людей, заряженных одной идеей, одной целью. Там подошла одна очень интересная такая женщина, ей 89 лет. И она Юницкому искренне говорит, что вам спасибо за работу, за то, что вы делаете. Вот я инвестор, я привела своего сына, я привела своего внука. Вот, и это настолько там весь зал, который там был, один тоже, с кем я давно работаю, общаюсь, он советник губернатора Магадана, Виталий, он слепой, тоже такой очень преданный, очень человек с поразительной интуицией, с поразительным умом. Вот, было очень много глухонемых людей, которым просто был субперевод. И все тоже, и когда ко мне подошли вот это глухонемые, попросили сфотографироваться, я даже сначала не понял, а потом они очень интересно, они выражали свои эмоции, свою благодарность. И,
Это тоже было все очень интересно и очень. Еще вот то, что сейчас перед вебинаром была конференция, была интервью Гришина уже второе, а всего их три записано. Вот, тоже Сергей Анатольевич, ну, попросил его, и он приехал. Ну, кстати, он не ожидал, для него сюрприз такой сделал. Он сказал, что ну, хочу пожать руку Юницкому, там, приехал на форум, вот, и они там были с одним моим товарищем. Вот, я его взял сразу на сцену, это, и он прям, он был не в костюме, просто там, в таком почти домашнем виде, и мы его на сцену, и он прям на сцене задал несколько вопросов, Юницкому получил ответы, и это тоже было все очень, я могу сказать, интересно, непродуманно, не, скажем так, не постановочно. И что Юницкого больше всего и поразило, и то, что все было абсолютно искренне, то есть мы ничто не планировали и не предполагали какие-то постановочные варианты, какие-то постановочные эмоции, там еще что-то. Все было абсолютно искренне, потому что не надо было ничего делать, собрались единомышленники, собрались люди, которые хотят и стремятся к тому, чтобы реализовывать проект. И как раз мы подвели итоги, наметили следующие этапы по движению. И я могу сказать, что, друзья, конечно, когда участвуешь в таком роде событий, когда вот мы с вами на вебинаре, да, там у нас вот сейчас 243 человека, там, ну, иногда бывает там чуть больше 300, меньше 300, мы общаемся, делаем. Это у нас уже с вами такая ежедневная работа, которая обсуждение, анализ, планы на ближайшее будущее, как двигаться. Это та рутина, та работа, к которой мы сейчас уже с вами свыкаемся, хотя она обязательно интересна для тех, кто новичков подключается, для тех, кто... Я многих увидел и узнал уже вживую, потому что вот я смотрю здесь уже, очень многих знаю лично, с кем по региональным конференциям познакомился, вот за вот эти три форума, которые прошли, уже много знаком. И вот эти встречи, общения, друзья, я могу сказать, что они для вас очень важны. То есть всегда стараюсь выделить время, и Антон Эдуардович очень много и фотографировался, и давал автографов, просто общался с людьми также. Я тоже стараюсь очень много. Но с другой стороны, друзья, это дает и нам очень много обратной связи, когда люди подходят, благодарят за ту информацию, которую они получают, за ту работу, которую мы делаем. Это, друзья, тоже, конечно, и дорогого стоит, и, скажем так, от этого мы... И делаем, а вот Алексей как раз поставил фотографию с Гришиным, вот, и вопрос из зала, вот, и я как раз Анатолий Ильич, говорю, Анатолий Ильич, не каждый раз вы стоите между двумя Сергеем Анатольевичами, которые еще и вас поддерживают, еще и задают вопросы. И теперь уже, если с точки зрения, скажем так, анализа и серьезно, почему я просил Сергея Анатольевича выйти на сцену, потому что это профессионал, мы много говорили о нем, то есть не буду еще раз представлять, что это профессиональный железнодорожник, причем железнодорожник высокого уровня руководства, он руководил отделением дороги, крупнейшим в Советском Союзе, а потом в России. Он был заместителем министра по движению, путей сообщения, и сегодня возглавляет одни из крупнейших железнодорожных холдингов, которые возят миллионы тонн грузов в год в стране. И как раз почему очень важно от него услышать вопросы, потому что, друзья, это не в обиду многим будет сказано, но это проблема всех новичков. То есть каждый новичок, который подключился к проекту, ему кажется, что с него начинается весь проект, и те вопросы, которые он сейчас задает, они важны. И зачастую я сразу говорю, что я знаю 99,9% в периоде всех вопросов, которые задают, и знаю 100% ответа на все вопросы. Но, тем не менее, эти вопросы звучат, и зачастую, опять же, не в обиду будет сказано, в основном глупые вопросы, в основном дилетантские вопросы, потому что большинство людей не хотят читать информацию на сайт, не хотят читать литературу, которая есть, не хотят смотреть ролики, которые им готовят, они хотят, что вот задал вопрос и получил ответ. И вот эти вот дилетантские вопросы, которые звучат, их первое, стыдно за тех людей, которые задают, ну и, соответственно, каждый раз приходится отвечать на такие вопросы, причем тратя время там свое, или когда Юницкий отвечает, то есть представляете, что такого уровня конструктор, изобретатель, такого уровня руководитель отвечает на вопросы, там, порвется, не порвется, растянется, не растянется. Вот. Я как раз попросил, и Сергей Анатольевич когда пришел, что я сразу сказал в зале, друзья, вот когда такого уровня профессионал задает такого уровня профессионалу вопросы, вот это интересно слушать. Первое, интересно слушать сам вопрос, а второе, интересно слушать и ответы. И вот такого рода диалог,
И на сцене действительно и Гришин очень интересно ответил на ряд вопросов, и задал, и ответил вопрос. И Юницкий ему задал вопрос, он ответил. Ну и, соответственно, я тоже, пользуясь случаем, тоже и Юницкому, Гришину тоже позадал вопросы, ответили, и это обязательно будет выложено, это обязательно будут записи, но я могу сказать, что это было действительно очень показательно, очень интересно и очень важно. И Гришин в очередной раз подтвердил, что да, я как железнодорожник, я как профессионал, всю жизнь занимающийся движением и организацией движения, я подтверждаю, что вы делаете очень важное, большое, я ваш сторонник, и дальше я буду работать и помогать в продвижении дальше проекта. И у нас дальше было намечено сейчас определенную, скажем так, дорожная карта, что мы будем дальше делать, как мы будем дальше работать. Ну вот, друзья, если, скажем так, дальше будет Алексей еще говорить, мы обязательно будем вам еще несколько вебинаров это ставить, новые ролики. То есть сейчас мы снимали репортажи, несколько сразу камер и корреспондентов брали интервью. Вот. Еще очень в Минске работало две съемочные группы. Поэтому это мы все будем освещать, делать. И поэтому, друзья, кто не был на форуме, мы хотим, чтобы вы прониклись этой атмосферой, вы прониклись этим праздником. Особенно пообщайтесь с теми, кто был, друзья, потому что, ну, я могу говорить свою эмоцию, кто-то с ней может не согласиться. Я даже не буду задавать вопрос, что понравился, не понравился тем, кто сегодня есть на вебинаре. Вот. Но я могу сказать, что это очень важное событие, которое подвело черту под той работой, которую мы сделали. И Юницкий в своем таком отчетном докладе, и Андрей, и я тоже выступаю, мы обозначили и сказали, что да, работа проделана колоссальная, да, мы с вами стоим на определенном этапе по ускорению, но, друзья, сейчас нас интересуют уже только близлежащие шаги. Сейчас, друзья, начинается, сейчас будет уникальное время, это как раз для тех, кто активно работает, для тех, кто продвигает проект. Сейчас, друзья, начинается время, вот прямо с этой недели, это монтаж несущей опоры и 19 промежуточных опор, буквально за ближайшие 2 месяца, еще до того, как встанет и ляжет снег, будет смонтирована и натянута такая основная путевая структура. Это специально делается до морозов, до холодов, чтобы еще уже испытания непосредственно путевой структуры и испытания уже полевые начались именно этой зимой. И я могу сказать, так как я уже принимал участие в строительстве предыдущих полигонов и предыдущих демонстрационных стендов, то монтаж несущей опоры, анкерной опоры основной, это зрелищная такое строительство, потому что это сразу не людей, это десятки подъемных кранов, это все идет работа в поле круглосуточно, и каждый день все меняется, и каждый день появляются новые очертания. И это как раз то, когда фактически вот из-под воды появляется вся вот эта махина, потому что то, что до этого, это все-таки была скрытая работа. Это была работа конструкторов, инженеров, которую нельзя было показывать предварительно. Это было изготовление на заводе, который тоже все не видели. А сейчас эта работа становится всем очевидным, и никто уже не будет говорить, что это какие-то там побрякушки, что это какая-то там бутафория, что это какая-то несерьезная наука. То есть, друзья, сейчас все это становится очевидным, и как раз будут установлены камеры, будут каждый день практически репортажи со строительства, и как раз берите прям за правило, можно брать и каждый день это отсылать, показывать оппонентам, показывать тем, кто не верит. Ну, онлайн-трансляцию, Василий, мы продумывали делать онлайн-трансляцию, но все-таки, понимаете, так как нужны комментарии и надо с определенных ракурсов снимать, потому что некоторые вещи все-таки нельзя показывать, а они там содержат ноу-хау, которое надо защищать. Вот. Поэтому практически каждый день будет идти репортажи со строительства, репортажи с площадки, и я думаю, что это будет более интересно, чем камера онлайн, потому что она будет идти с комментариями, она будет идти под теми ракурсами, где это будет эффективно и красиво выглядеть. Ну и третье, это будет именно с научной точки зрения показано то, что можно показывать, раз. И второе, то, что будет действительно производить такое эмоциональное впечатление. Поэтому
Мы на каждом вебинаре с вами будем это смотреть, я буду комментировать, я буду объяснять, что происходит, я буду показывать технические моменты, которые происходят. Конечно, я думаю, что и Анатолий Эдуардович сам на регионах в этих репортажах будет показывать, что, как происходит. Ну, а я буду отвечать на вопросы, которые будут возникать и которые требуют еще какого-то комментария. Поэтому сейчас, друзья, начинается очень такая важная работа, что мы однозначно все и договорились, и взяли обязательства на себя, как директорский состав Skyway Invest Group, как вместе с Анатолием Эдуардовичем Юницким, вместе с представителями конструкторского бюро, что нам надо более сегодня выводить интенсивность работы и доведение информации на высокий уровень. Мы должны привлечение инвесторов и инвестиций как минимум удвоить за ближайшие 2-3 месяца, потому что объем строительных работ многократно возрастает, объем затрат многократно, ну, вот, двух-трехкратно сейчас увеличивается. И для того, чтобы не сбавлять темпы, и к весне следующего года мы перешли уже к испытаниям подвижного состава, чтобы мы реально уже начали изготавливать юнибусы, юникары и, соответственно, городскую структуру. Все это требует сегодня серьезных инвестиций, серьезных инвесторов, и наша работа должна выходить сегодня на более высокий уровень. То есть мы вводим сегодня новую программу для тех, кто уже инвестор и хочет на какое-то время, допустим, стать, как мы называем, ответственным инвестором, то есть инвестировать каждый месяц и вносить свой вклад в строительство, неважно какую сумму, то дальше каждые 3 полгода и по итогам года будет очень серьезно. Это как раз за то, что вы берете на себя обязательство ежемесячно участвовать в программе. Мы взяли такие обязательства всем директорским составам в обязательном порядке инвестировать. То есть наши активные участники, партнеры, которые то же самое мы договорились, сейчас подписываем инвест-договора и документы о том, кто хочет постоянно именно на таких условиях. Там, конечно, будут и выше дисконты, и будет, соответственно, больше премии. Это тоже в обязательном порядке надо делать, потому что сейчас уровень инвестиций должен быть стабильный каждый месяц, потому что зарплаты конструктора, работы, заказы одно. И второе, что сейчас, если мы увеличим объем поступления, то объем работ будет также пропорционально увеличен. То есть сегодня возможность более интенсивно и более качественно сегодня и работать, и строить, она сегодня есть. А инвестпроводящая система, мы сегодня выходим на новый уровень. Соответственно, сегодня и от нас требуется более эффективная работа. Вот, поэтому, друзья, здесь мы будем и обращаться, и, соответственно, выстраивать проект по стимулированию того, чтобы это было. Поэтому вот буквально со вчерашнего дня у нас запущен очередной такой проект в фонде Skyway Invest Group, именно для того, чтобы вот на ближайшую неделю именно стимулировать приход новых участников проекта, стимулировать того, чтобы дальше эта информация шла, друзья. Поэтому сегодня, и тоже основной вывод этого форума, и все, кто увидели, что, друзья, сейчас уже не зазорно, если раньше нас могли обвинить в том, что мы делаем какую-то финансовую махинацию, что мы делаем проект, который направлен на то, чтобы декларировать одно, а делать другое. Сегодня, друзья, уже становится абсолютно очевидным, что идет прямая корреляция между количеством инвесторов, которые пришли в проект, количеством инвестиций, которые эти участники проекта позволили себе вложить и направить в проект, и той объемами работ, которые сегодня сделаны. И вы видели уже, и сейчас будете дальше видеть, смотреть о том, что объем работ настолько сегодня колоссальный, и очень многие работы уже делаются сегодня авансом из расчета на то, что инвестиции будут потом покрывать эти затраты. Соответственно, это тоже все говорит сегодня о том, что проект активно развивается, и вот эти вот слова о том, что я не могу кому-то рассказывать, потому что на меня смотрят как на то, что привлекаешь в пирамиду, друзья, это уже вопрос, наверное, даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Сегодня мы тоже об этом будем много говорить, что идет логика адресных проектов, и у нас сегодня уже десяток проектов, вот сейчас будет выступать Алексей. Вот, он на форум прилетел на 2 дня позже, потому что он расскажет и покажет. И в конце тоже прошу не расходиться, когда закончим вебинар, он еще поставит 3 репортажа из Челябинска, которые он снял именно на уже презентации
инвестиционном форуме, например, он выступал, и он покажет интерес и мэра, и вице-губернатора, и всех транспортников Челябинской области к проекту. Вот, поэтому это уже идет конкретное развитие конкретных региональных проектов. И вот у нас буквально за эту неделю еще появилось где-то с десяток адресных проектов, которые активно развиваются. Ну и как дальше, как следующий итог и это закономерный развитие ситуации, которая сейчас идет, буквально на следующий день после конференции нас с Алексеем пригласили в одну инвестиционную группу, очень крупную, очень мощную, которая строит сегодня по всему миру, и это десятки и десятки миллиардов долларов инвестиций и так далее, на предмет того, как взаимодействовать, как участвовать в проекте. И мы как раз вот с Алексеем делали и доклад, и смотрели по взаимодействию, каким образом уже крупные инвесторы начинают подходить. Это, друзья, абсолютно закономерный период, это абсолютно закономерный этап, но, друзья, что я сейчас могу сказать? Очень многие вопросы, которые задают, они же все великие там сразу, они начинают требовать одно, другое. И я сразу говорю, друзья, вот мы с вами обсудили, посмотрели, вы же нас пригласили на встречу, вы интерес выражаете к проекту. Так вот, друзья, если вы сейчас не готовы, подождите месяц, два, три. Мы-то с вами делаем эту работу. Я говорю, и в отличие от всего остального, мы можем позволить себе, уважаемый потенциальный стратегический инвестор, если ты хочешь изменить эту работу, а сразу могу сказать, что из опыта, когда такие инвесторы приходят, вот как, это не инвесторы еще пока, друзья, интересующиеся проектами. Первое, что они говорят, друзья, с точки зрения финансов вы делаете все неправильно. Я как это услышал, мне сразу стало смешно. Я говорю, знаете что, друзья, это я им не сказал. Вот я это подумал. В отличие от вас, друзья, мы делаем, мы строим, мы создаем инвестпроводящую систему, мы инвестируем и мы создаем проект. Так вот, еще 3-4 месяца, и вы нам, господа крутые инвесторы, вообще будете не нужны, потому что придут заказчики, будут сразу заказы, прямое инвестирование в проекты, конструкторское бюро, и вы как посредники, как те, кто организует инвестиционные процессы, вы больше не нужны. А сегодня, да, если вы хотите включиться и хотите увидеть в этот разгоняющийся скоростной юнибус, хотите увидеть свое место, то мы вас сегодня ждем. Приходите, инвестируйте миллионы, десятки, сотни миллионов долларов, и вы займете, и вы получите свое очень достойное место в этом проекте. А если вы хотите, ничего не инвестируя, сразу получать доли или получать прибыли, то это, друзья, не к нам. Это те спекулянты, которые опять ходят и пытаются уже на разгоняющейся технологии что-то получать. Таких вот, друзья, прихлебателей тоже будет, к сожалению, немало, и тоже будут находиться и стараться. Поэтому сейчас мы тоже их начинаем сортировать по поводу того, это халявщики, нахлебники, которые хотят уже, видят, что разгоняется технология и успеть сюда запрыгнуть, либо это действительно инвесторы, которые готовы сейчас на этой стадии инвестировать для того, чтобы получать серьезные прибыли и участвовать в серьезном проекте. Поэтому это тоже, друзья, очень интересный момент. Но что я могу сказать? Это, друзья, благодаря нашей работе. Мы с вами создаем сегодня доказательную базу, мы создаем с вами систему, которая все больше и больше привлекает такого рода людей. И через 3 месяца, друзья, они будут стоять в очередь по поводу того, что и на каких условиях кто хочет войти. Поэтому, друзья, сегодня, как говорили, что инвестпроводящая система несет на себе основной груз, и Юницкий это понимает, и он за это благодарит. Поэтому сегодня венчурные премии, которые сегодня обещаются, они весьма высоки. И как вы видите, они постоянно стимулируют. То есть даже прошла акция в компании, потом Skyway Capital, сегодня у нас эта акция набирает обороты. О том, что кто инвестор был там, в 2014 году, в 2015 году, сейчас кто инвестирует, тот может получать там десятки процентов в день в перерасчете. Это, конечно, не прямая математика, что мы обещаем, что вы получаете сегодня такую доходность. Нет, друзья, это проект, который может приносить такие прибыли, когда он начинает работать. Вот приведу такой пример. Сегодня Apple сдала годовую отчетность и показала рекордную, не за всю историю Америки, а за всю историю цивилизации, рекордную прибыль. Они за 2015 год заработали более 54 миллиардов долларов. Никто никогда таких денег не зарабатывал. То есть это рекордное количество. Самое большое прибыль была в 2008 году после кризиса у это энергетическая американская Exxon Aaron, да, они заработали где-то 48 миллиардов долларов за год.
Это была прибыль, чистая прибыль. А Apple более 54 миллиарда на этот год. Соответственно, и акции ее сейчас и поднялись, соответственно, в цене, и капитализация компании сегодня максимальная за всю историю. Это как раз говорит о том, что на рынке компания, которая создает новый продукт, iPhone, который сегодня приближается уже к 50 миллионам штук продажам, соответственно, это показывает о том, что это востребованная технология, это то, что сегодня дает, и она, как пример, дает максимальную доходность компании и, как следствие, максимальную доходность по тем акциям, кто сегодня владеет акциями Apple. Как вы помните, мы не раз приводили этот пример, что один из участников первого процесса создания Apple продал свои 10% за 800 долларов. Соответственно, как вы понимаете, сегодня обратным пересчетом можно посчитать, сколько стоит одна акция, сколько стоит инвестиция. Но это не значит, что у 3 миллиардов или 4 миллиардов людей, которые в то время жили, была эта возможность. Нет, друзья. Так же, как и про SkyWay, не у всех 7 миллиардов людей, живущих на Земле, сегодня есть возможность инвестировать и в дальнейшем претендовать на те венчурные премии, которые в дальнейшем могут быть. Но, друзья, у вас эта информация есть, а пользоваться, не использоваться, это уже ваше право. Нести, не нести эту информацию, это тоже сегодня, друзья, ваше право. Зарабатывать или не зарабатывать на продвижении проекта, тоже сегодня ваш выбор, друзья. А анализ о том, что вы могли бы сделать, но не сделали, кто-то мог бы получить, но не получил, он будет в дальнейшем, и как раз это и есть те риски, это и есть та венчурность, которая сегодня есть. Если бы все понимали, что сегодня происходит, если бы сегодня, особенно крупные инвесторы, понимали, куда идет развитие, то совсем была бы другая ситуация. И вот как раз, если вернуться еще вот к этому инвестиционной группе, с кем мы в понедельник вели переговоры с Алексеем, то я могу сказать, что ее руководитель очень талантливый, очень достойный человек, он очень большой руководитель в прошлом, вот, именно одной из ведущих компаний в стране. Вот, у него очень высокая аналитика, но, друзья, до конца понимания, что такое венчур, что такое шестой технологический уклад, до конца нет. И поэтому люди, которые, и это большинство сегодняшних инвесторов и руководителей, они старыми категориями, старым мышлением пытаются проецировать на будущее. И я им тоже задаю вопрос, друзья, а вы сегодня понимаете, почему происходит капитализация Apple, почему происходит капитализация Facebook, почему происходит капитализация еще очень многих IT-технологий и IT-проектов. То есть это сегодня с тех знаний, с той позиции, которые были в четвертом укладе или 20-30 лет назад, сегодня анализировать нельзя. То, что мы с вами сегодня делаем, друзья, это абсолютно новое создание краудинвестинговой системы, которая финансирует инфраструктурный крупнейший проект. Это создание десяток и сотен новых компаний, которые будут показывать капитализацию именно на применение новой технологии. И это вообще создание новой инфраструктуры, которая обозначит развитие всей экономики и России, и евразийского пространства, и всей цивилизации в целом. Поэтому, друзья, то, что мы сегодня сделали и продолжаем делать, это очень важно и очень ценно. Мы сегодня все больше и больше набираем темпы, потому что мы набираемся опыта, мы набираемся профессионализма, к нам подключаются все новые и новые люди и в директорский состав, и в состав наших партнеров. У нас возникают все новые и новые адресные предприятия по разным регионам, странам. То есть у нас сегодня уже около 20 стран, где идет работа по адресным проектам. Вот. Поэтому эта работа движется, и, соответственно, она меняться будет по мере того, как будет развиваться весь проект. Я вам могу сказать, что через 2-3 месяца ситуация будет совсем другая, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Более того, я нисколько не исключаю, мы как раз с Юницким об этом говорили очень так подробно, вот, в один из вечеров, он как раз сказал, что не исключено, в 2-3 месяца может быть закрыт вход в корневую технологию для венчурного краудинвестингового капитала. В принципе, для нас с вами, друзья, это будет означать просто золотое время, что те акции, если они начинают капитализироваться, это превращается в капитал. И второе, начинается вторичное обращение, начинается рынок, начинает создать уже биржа обмена адресными проектами и корневой технологией. То есть, друзья, это начинается уже совсем другая жизнь, и это говорит о том, что проект выходит на совсем другой качественный уровень. Это произойдет обязательно в 2016 году. Единственное, что это произойдет весной, летом или осенью, когда пройдет демонстрация. Но то, что
счет пошел на месяцы, и до этого осталось меньше года, друзья, это абсолютно точно, и здесь уже в этом сомневаться или в этом, ну, скажем так, то, что этого не произойдет, это уже практически неизбежный процесс. Ну вот, друзья, давайте я тогда слово передам Алексею. Алексей, конечно, тоже за неделю фестиваля отработал очень важно. И, как я уже говорил, он на 2 дня задержался в Челябинске и не присутствовал на первых двух наших встречах с инвесторами, потому что он провел очень большую работу в Челябинске. Вот. В конце он вам поставит обязательно видеорепортажи, то есть тоже прошу не расходиться сразу, когда мы закончим вебинар, что видеоотчеты от Алексея будут. Ну а сейчас, я думаю, он сам вам очень важно покажет, расскажет и прокомментирует то, что сделано за эту неделю. Алексей? Благодарю, Сергей Анатольевич. Тебе слово. Да, привет, дорогие друзья. Ну что, прошел наш действительно первый юбилейный форум. Вот когда выступали и привели такое сравнение, я дал такое сравнение, что вот этот юбилейный форум можно засчитать вообще за 10 лет. То есть у нас один год считается за 10. И когда нам будет 2 года, это, соответственно, уже будет 20 лет. И что вот чувствовалось вообще, что я мог ощутить на всех событиях, которых я ранее был, я на многих событиях и сетевых был и так далее, и на самом деле до Skyway я редко разъезжал по событиям, несмотря на то, что приглашали в различные отели, там Турция, Египет и так далее, но я не ездил, потому что не видел надобности, знал, что все равно как бы проект рано или поздно придет к завершению, потому что в интернете поздравить нас с вами всех, то, что мы как непотопляемый крейсер идем просто вот как ледокол и идем к своей цели, идем по вектору нашего развития. То есть вот Анатолий Эдуардович Юницкий представил замечательный доклад, это вот цели и задачи Skyway, просто супер материал, и я думаю, что как только мы все вот это вот дело с видео обработаем, нужно будет не просто доклад переводить на остальные языки, нужно будет, чтобы человек-иностранец, вообще и озвучивать Анатолия Эдуардовича ни в коем случае нельзя, потому что иностранец должен прочувствовать вот эту вот энергетику просто через монитор. Ну, я молчу про ту энергетику и шквал вообще вот именно благородности нашего проекта, исходящей от Анатолия Эдуардовича Юницкого, когда находишься на первом ряду. Но я думаю, что те, кто находились на крайних рядах и на балконах уже места были заняты, все равно вот этот позитивный заряд получили. Что я могу сказать вот по сравнению с прошлыми форумами? Я был на всех форумах, и с гостиницы университетской началось. Ну, во-первых, раз в 5 меньше народу было. Во-вторых, совершенно другая атмосфера, совершенно другая атмосфера и настрой людей. То есть здесь уже действительно собрались люди, которые единомышленники. И если вот тоже вот вчера вот смотрел видео Тяньши, допустим, и так далее, то у них немножко другая ситуация. У нас тоже будет собираться и по 20, по 30 тысяч. Мы дойдем до этого периода, до этого времени. Будут грандиозные события уже, я думаю, после IPO. Не то, что IPO, демонстрация, сертификация. Потому что сейчас у нас все затраты идут на стройку. И если вот там такое, знаете, полузазомбированное состояние, то у нас полностью состояние осознанности. То есть каждый логически мыслит, логически рассуждает и входит в этот проект абсолютно по своим именно ресурсам, по своему мнению, по своим рассуждениям. И, исходя из этого, присоединяется проект, инвестирует, либо не инвестирует, наблюдает, либо не наблюдает. Я думаю, в этом зале специально вот оставил картинку. В этом зале находилось много и новичков, те, кто пришли после задания. То есть вот после 23 числа у нас было задание, и Андрей Филатов объявил, что каждый может по одному человеку привести.
23 числа было меньше народу, то есть я вам честно скажу, там уже была чисто рабочая такая встреча, то есть мы это обсуждали личный кабинет, вот были вопросы ПО Евразия, что такое Transnet группы и так далее. Ну, на все эти вопросы, то есть у нас сейчас вот информация с вами обсуждать на самом деле есть на как минимум месяц вперед, а то ли и 2 месяца. И, собственно, что хотелось бы сказать, то, что, во-первых, все планомерно развивается, то есть 23-го было очень серьезное такое событие, объявлено Сергей Анатольевич, думаю, скажет уже непосредственно, уже когда сам будет выступать, потому что мы не обсуждали перед вебинаром, можно ли это на публику, но вот это, друзья, будет такой замечательный и мощный, и именно вовремя инцидент, который мы планировали с зимы. То есть мы к этому планомерно подошли. Те люди, которые нас курировали, также находились в зале, то есть пообщались, и люди были удивлены, насколько вот атмосфера единения, насколько много народу, это естественно, насколько люди заряжены вот этим проектом и действительно отдаются ему всецело и полностью. Я уже не чувствовал вот того, что можно было прочувствовать на первой конференции, когда, знаете, вот такое вот именно влияние положительное и отрицательное, они находятся в равновесии. Здесь сугубо положительное влияние, оно преобладает. И я всем рекомендую уже начать задумываться, как и каким образом вы поедете на форум уже в мае. То есть это будет преддемонстрационный сертификационный такой форум, полуюбилейный. У нас будет 20 лет, то есть 2 года, но сравнение с 20 годами оно не случайно, потому что, допустим, за 1.5 дня, когда я незапланированно стал участвовать в Business in Motion, это транспортный форум областной по логистике, по транспорту, по инновациям, по технологиям. Самое интересное, что одновременно с Челябинском подобный еще более крупный форум, уже государственный такой масштабный, происходил в Уфе, это об этом я потом узнал. И там был наш лоббист, то есть все помните именно парк Гагарина, проект «Ехали», то есть изначально вот лоббист выводил на министра по экономике и развитию по вот этому проекту. И он присутствовал в Уфе. То есть мы сыграли много касаний, несколько касаний игру. И он, соответственно, так вот уже серьезно заявил о нашей технологии, о нашем проекте в Уфе. То есть тоже вот сброшу чуть попозже материал. Ну, по атмосфере чем-то напоминает даже Валдай. И такое же оформление примерное. В Челябинске все было также достаточно серьезно, но я не мог предположить вообще вот тот эффект, который у нас именно вот появился, и как результат это договоренность с вице-губернатором, и вот, собственно, я могу сказать, сегодня вот, дату мы уточнили, с вице-губернатором данности были установлены, уже конкретно по всему городу, то есть, в принципе, можно было на этой неделе встретиться, но так как собирают по всему городу специалистов, то, соответственно, я могу сказать, что все лица, принимающие решения в транспортной сфере, они будут на вот этом круглом столе. И все это будет результатироваться именно уже как встреча с губернатором, то есть с господином Дубровским, это наш вот челябинский замечательный губернатор. И могу сказать, что как бы Челябинск тоже достаточно такой интересный город, допустим, в этом году или в следующем, нужно посмотреть, это будет именно эпицентр чемпионата мира по сноуборду. И представьте, если бы легкий прогулочный транспорт уже был бы готов, и об этом я, кстати, буду говорить господину Дубровскому, то есть когда я буду приводить примеры, это стратегия уже ведения переговоров, я частично продумал, буду додумывать, естественно. И я просто задам вопрос, представьте, насколько еще более массовый эффект был бы, если бы у нас вот эта технология легкого прогулочного транспорта уже была. То есть, ну, просто представим, что красивые высоты, Уральские горы, сноуборд,
экстремалы, все энергичные, позитивные люди, и ездит, соответственно, наш легкий прогулочный транспорт. Там, соответственно, спортсмены могут крутить педали, дергать рычаги. Ну, я думаю, что раза в два больше, как минимум, на это событие со всего мира бы приехали. Потому что мало того, что это чемпионат мира по сноуборду, и если мы будем хотя бы первые, вторые, допустим, в России по внедрению этой технологии, это будет достаточно серьезный приток туристический, несмотря на то, что вот у нас декларируют, что область туристическая. Ну, я бы сказал, что туризм находится в упадке. Я специально ездил вот этим летом по озерам. И то, что там действительно можно с помощью нашей инфраструктуры сделать, это невозможно сделать без нее. И все будет приходить именно в упадническое состояние. И, к сожалению, в упадническое состояние, вот начали с туризма, закончим страной. То есть в упадническое состояние также будет приходить, к сожалению, страна, потому что есть и определенные информации, и определенные понимания, и определенные инсайды, что сейчас действительно спасти Россию может только жесткая техническая модернизация в кратчайший период. И, друзья, вот то, что мы с вами делаем, все мы с вами именно инициируем адресные проекты, то, что мы затрагиваем интерес чиновников, крупных, средних предпринимателей именно по уже инициации тех проектов, которые в любом случае будут инициироваться. То есть вот недавно общался с человеком с Владивостока, там, если не ошибаюсь, чемпионат мира по футболу будет проходить, и, соответственно, под такие события, хочешь не хочешь, естественно, когда мы технико-экономически обосновываем, что мы будем делать и перед губернатором, господином Дубровским, соответственно, при достойном технико-экономическом обосновании вопросов просто не останется. И тут уже остается вопрос вдруг. Вообще не то, что хотят, не хотят строить, то есть перспективность, именно приоритеты и преимущества нашей технологии мы обрисуем, это без проблем. Вопрос остается в том, то есть конкретные, сильно мира сего, в конкретном регионе хотят это строить, выгодно им строить или нет. И, друзья, если невыгодно строить, то, соответственно, тут есть механизм, и потихоньку я его начал описывать, как именно стратегия захвата 15% населения города, потому что к этому по Челябинску уже готовимся, то есть мы будем по Челябинску, как только инициируется, вот если челябинцы находятся, уральцы находятся, поставьте плюсик, в Челябинске мы будем открывать уже непосредственно офис, то есть серьезный офис именно под адресный проект. И рекомендую, чем ближе именно дело к получению разрешений, и все мы получим с вами разрешение, в этом не нужно сомневаться, потому что мы такой проект делаем, нужно привыкать к совпадениям, нужно привыкать к тем обстоятельствам, которые, казалось бы, неожиданно возникают. Ну, все как бы диктуется свыше. И то дело благостное, которое мы делаем, именно потому что оно благостное, именно поэтому мы получаем такие результаты. И, собственно, в Челябинске образован, открыт именно офис под ТНГ, то есть это Transnet Group. Это как конкретный адресный проект, конкретно в Челябинске. И это будет именно как мини-штаб-квартира именно по адресному проекту. То есть крупными, средними предпринимателями, они же все любят встретиться где-то, общаться в кафе не любят, на нейтральной территории не любят. Они любят приходить. И, соответственно, вот для этого будет создан такой инструмент. И сейчас потихоньку я продумываю, генерирую тоже. Вот я с другом встречался. У него была замечательная идея, и, ну, просто как рекламу, как такой вот полубизнес предлагал, я ее доработал до Skyway. То есть представьте, к примеру, адресный проект, вот он близится, и как начать охватывать массы, допустим, среди студентов. То есть все студенты пишут в тетрадках, все это, я думаю, не могут поспорить с этим фактом, и, соответственно, раздавать бесплатно промоутеры в обмен на контакты, визитки, тетрадку 48 листов хорошего качества. Все студенты, все были студентами, понимают, что иногда 48 листов тетрадки хватает на весь семестр, на все предметы.
То есть тут с этим не поспорить. И, соответственно, человек может писать просто в скайвеевской тетрадке, где будет такая достаточно продуманная картинка. И я к этому пришел именно после того, как с 1 ноября объявили, что у нас был проезд 15 рублей, сейчас он будет 20 рублей. То есть в нынешней экономической ситуации это достаточно серьезно бьет по карману. И представьте, если будет картинка, узнай, как ездить два раза дешевле. Стационарный офис, может быть, даже сделаем календарь, конкретную ссылку на календарь мероприятий, потому что мероприятия будут не по разу в неделю проходить в том регионе, в котором уже инициирован, либо близко к инициации адресный проект. И вот адресный проект – это как раз наш позвоночник, на который мы будем наращивать мышцы. То есть, как только получено будет разрешение, у нас будет развиваться мозг и так далее, небольшой мозг, мы начнем двигаться, как учиться ходить. И как только мы это будем подкреплять сетью, лоббированием и так далее, наш адресный проект и превратится, ну, если с человеком сравнивать именно, в такое существо живое, и он пойдет по региону. Пойдет по региону, притягивая к себе большие массы людей. То есть вот на что я хотел бы вас сориентировать, то что те люди, которые инициируют адресный проект, сразу представляйте и сразу понимайте, что вам придется работать с большим людей, потому что то предложение, которое мы даем, действительно от этого невозможно отказаться просто. То есть простой аргумент. Как перемещаться в два раза дешевле на общественном транспорте? Да толпы просто будут приходить на конференции. И есть еще тоже определенное понимание, мы будем обкатывать вот, на конференциях, как вообще делать эти конференции самоокупаемыми, как кофе-брейки фактически за бесплатно проводить. И, друзья, я не просто так вот насчет этого задумываюсь, потому что так и будет. Вот действительно так и будет. Показатель тому... Именно вот транспортно-логистический форум Business in Motion, на котором вот с нулевого километра я приехал сразу с аэропорта, ну такой вот как бы лайфстайл, стиль жизни, строй Skyway, спасай планету, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, и строй Skyway, спасай Россию, как именно идеологическое направление в России наше. Я сразу поехал в аэропорт и Евгения Бакунина, это помощница Григория Михайловича, это моя помощница. Говорит, что Алексей, нельзя вот уезжать, вот понимаем, что там встреча с директорами и так далее, но ты должен быть завтра здесь. И мы вот на этом форуме не планировали участвовать. Буквально за день нас разместили, нас сделали гвоздем программы, и действительно мы хорошо там спозиционировались. То есть первый день перед небольшой аудиторией, вот ролик есть в сети, я его сброшу. Я выступал перед координационным советом с обычной презентацией. И, друзья, самое интересное, вот то, что мы говорим на вебинарах, то, что вы общаетесь между собой, это также работает на чиновника. То есть они абсолютно такие же люди. Тут не нужно бояться, стесняться чего-то. Абсолютно же эффект будет при вашей искренности и при ваших экспертных знаниях, хотя бы первичных в нашей технологии. То есть эффект будет такой. Это я могу определенно сказать, что да, так и будет. И был господин Гущин, это именно министр, один из чиновников по дорожному хозяйству и транспорту. Соответственно, потом привели на наш стенд, который, кстати, находился прямо возле входа в зал, то есть такое козырное место, так скажем. И, внимание, за два форума еще будет экологический форум. Как вы думаете, вот поставьте цифру, я буду общаться далее, рассказывать, сколько мы заплатили за участие. То есть вот просто цифра тоже говорит сама за себя. И, ну вот Олег говорит, ноль, да, хотелось бы ноль, но бесплатного именно вот будем взаимозачет за акциями, да, 10 тысяч рублей, абсолютно верно. 10 тысяч рублей за два форума, когда стоимость участия стоит от 100 тысяч и выше за стенд. Плюс, если говорить про участие в круглых столах, то там вообще как бы дополнительно еще. И просто водили нас по круглым столам. Включу обязательно, вот, не расходитесь, после вебинара будет именно выступление перед транспортниками, выступление перед логистами. И представьте зал, ну, естественно, раза в меньше, чем вот зал администрации
правительства, вот, в котором у нас проходила конференция, юбилейный форум, и на большом проекте просто включаем интервью Гришина. То есть, ну, если бы технология была неинтересна, кто бы это позволил бы сделать. И вот эти вот все обстоятельства буквально за полтора дня, и на этом вебинаре, так как именно вот эмоции переполняют именно юбилейным форумом, уже загружать так информационно не будем, но я предложу методику, которую рекомендую попробовать, и вот этот же путь, потому что его может пройти за полтора дня, вот помните, 29 секунд презентация, вот за полтора дня мы уже добираемся до вице-губернатора. Кстати, губернатор бы и все чиновники тоже были бы, если бы они в тот момент не находились в Уфе. И, собственно, используя эту методику, действительно, можно будет выйти на чиновников, потому что время технологии нашей пришло, она всем интересна. Сергей Анатольевич абсолютно правильно говорит, если кто-то стесняется говорить про эту технологию, это проблема уже не в нашем проекте, не в наших юридических финансовых схемах. Проблема вот здесь, как в осознании, в голове. То есть, возможно, человек еще не готов к такой глобальности проекта, возможно, он не готов доносить информацию. И более того, я хотел бы сказать, если человек не готов, то я бы ни в коем случае не рекомендовал бы ему доносить кому-либо информацию, не веря в этот проект. Потому что только человек, верующий в этот проект, может доносить информацию таким образом, что остальные будут принимать. Потому что принять на самом деле несложно. Сейчас просто железобетонные аргументы, ежедневные новости, еженедельные, именно серьезные новости, новые общения с новыми олигархами, с новыми чиновниками, постоянная, планомерная, логичная работа по адресным проектам. Это все просто вот заливается в фундамент нашего будущего здания, анкерные опоры нашего проекта, с которого будут уже все страны. И там уже начнется совершенно другая история, совершенно другой бизнес. Но, друзья, мы это с вами все начинаем. И я действительно рад и счастлив был увидеть и пообщаться именно единомышленников на юбилейном форуме. Заранее и агитирую, планируйте обязательно посещение в мае, агитирую тоже, не просто так сказано, потому что уже об этой информации скажет Сергей Анатольевич Сибиряков. Благодарю за внимание. И выходить на проектные работы, более того, через 3-4 месяца делают модель 1-10 именно по тому проекту, который будет, к примеру, Челябинск, к примеру, какой там у нас маршрут метро до Комсомольской площади, насколько я знаю. Сегодня он даже не до Комсомольской площади, он практически до Комсомольской площади, торговый центр, вот он связывает два. Две станции, да. Если депо еще взять, там оно чуть дальше, там. Да мы потом же. Я тоже коллег пытаю по поводу того, за счет чего не собрались отбивать эти деньги. Вот счет населения. Это же для населения. Если говорить про спортивно-развлекательное, почему мы заходим вот как маркетолог, как стратег? Я говорю чисто и откровенно, зачем мы сделали вот этот авант-проект. Для того, чтобы у нас не было понимания, позволят нам вообще заниматься здесь городским пассажирским транспортом. Понимаете, мы не имеем права с кем-то конкурировать, мы инновация. То есть мы как когда-то мобильный телефон появились, когда были еще проводные телефоны. Мы прекрасно понимаем всю никто, кстати, транспортную нишу на сегодняшний мы день. И вот этот проект, он будет окупаться за счет притока людей, как в парке приходят. Кто-то считал? Ну, примерно 600 тысяч людей.
нагрузка. Почему? Это круглосуточно. В зимний период это также лаконично. Это круглосуточно. Это круглосуточно. Потому что снег, дождь. В принципе, в озерах специально была сформирована наледь. То есть специально промораживали вот такой слой. И если говорить про озера, что профинансировал Александр Лебедь, пожалуйста, то, соответственно, там вот эта вся наледь, она просто была разрублена. Вот, пожалуйста. То есть это в 2001 году, по всем СМИ-там и так далее, это было донесено до Медведева, но тогда время еще не пришло, на самом деле, и схемы финансирования, которую сейчас наш фонд использует, ее не было. Более того, общались с шейками и так далее, но все заканчивалось одним. То, что эти люди хотели полностью обладать на 100% технологией. Естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий, как проектное конструкторское бюро, как команда, они не имеют права и не имеют желания отдавать эту технологию. Я и говорю, но на развлечении никогда не отобьет. А вот это по первости, теперь... конечно, это будет дико востребовано. По первости, да. Новое совершенно. Дальше вступает в игру инфраструктура второго уровня. Да. То есть вот всякие проекты, я думаю, вот тут вот у нас... А на какую стоимость поездки вы рассчитывали, когда считали свою программу? $5. $5, $4, таким образом. То есть это именно спортивно-развлекательный. Они сегодня на 10 центов поднять не могут. Если говорить про городской поток. 10 центов, цена вопроса. И никто не поднимает, да. Буза уже пошла в интернете там в полный рост. Если говорить про городской пассажирский, то стоимость проезда будет в 2-3 раза дешевле. За счет чего? За счет того, что это более экономично в плане энергетики, в плане материалоемкости и так далее. Так, друзья, ну что, давайте сейчас еще буквально 2 минутки, а потом еще продолжим интервью с Алексеем. Вот, он там подготовил порядка 3 репортажей. Так, завершение 5-го этапа, примерно, это Юра Ярославович спрашивает. Значит, смотрите, по всем этапам и по всему, что сегодня идет, это вопрос на сайте и по графику у компании. Вот, поэтому там вся эта информация и все эти графики сегодня идут. Значит, да, друзья, я специально эту тему сейчас не поднимал сам, вот, но тут я смотрю вопросы и по партии, и по тому, что происходило тут. Так, вот, кто у нас? Вот Игорь Тыдарилов все спрашивал, зачем партию создали и зачем регистрации земли на Дальнем Востоке. Вот, Дмитрий, да, это тоже мы постоянно как бы делаем это, но регистрация земли на Дальнем Востоке сейчас зависит не от нас, зависит от правительства, когда они, Дума примет закон, а правительство напишет положение по регистрации. Обещали нам в октябре уже этот закон и порядок дать по земле, но на сегодняшний момент обещанного 3 года ждут, пока этот закон даже не рассматривался в Думе, не говоря уже о том, чтобы правительство его... уже довело до методики выделения. Мы абсолютно готовы, мы ждем, когда этот закон пойдет для того, чтобы выдавать координаты нашим участникам, и они с этими координатами давали заявку на получение земли. То есть, в принципе, этот механизм теперь зависит только от того, когда правительство отработает этот вопрос, ну, этот порядок. Значит, теперь по... То, что мы касается, сказали по партии и тот общественно-политическое движение, которое мы сейчас запустили, друзья, вопрос очень простой. Нас уже больше 220 тысяч человек. Теми темпами, как мы выросли за год назад, у нас было около 7-8 тысяч человек. Сегодня 220 тысяч, значит, через год мы реально понимаем, что это будет 1-1.5 миллиона, а реально там, 2 человека, то есть 2 миллиона человек. То есть те, кто будет участвовать в проекте, то есть те темпы роста, которые это показывают. Естественно, что мы как политическая сила, именно которая объединяет людей, ставит цели и задачи, мы уже начали привлекать внимание и меня, и Алексея, там еще нас, ряд руководителей постоянно стали вызывать высокие кабинеты для того, чтобы убедиться, что мы адекватные люди, что мы не ставим цели и задачи каких-то там экстремальных вещей, что мы не поведем людей
в какие-то непонятные для них вещи. И третье, что мы не обманываем и действительно делаем то, что декларируем. И самое главное, друзья, когда убедились, что мы не просто сборище болтунов, а мы реально организация, которая делает определенное дело, ставим цели, задачи и организовываем этот процесс. И, соответственно, мы же с вами организовали инвестпроводящую систему, как она работает. Она работает сегодня очень, скажем так, эффективно. Мы с вами организовали систему доведения информации. То есть мы доводим информацию, вы ее получаете и несете дальше. И самое главное, мы организовали работу конструкторского бюро, которое работает, делает, выдает чертежи, заказывает детали на производство, изготавливает и сейчас уже монтирует. И когда стало понятно, что это работающий механизм, и мы с вами в зале, надо было видеть и на конференции, что, друзья, это собираются очень неординарные, это собираются люди, которые, первое, умеют мыслить. Второе, они хотят определенных изменений в будущем. И третье, они готовы для этого что-то делать. И вот как там Люба Хлебникова там с Междуреченска, которая привезла с собой очень нескольких таких интересных дам, я могу сказать, это люди о том, которые действительно готовы тратить время, тратить силы, тратить деньги для того, чтобы делать задачу. И тогда встал вопрос, а вот эта сила, которую мы сейчас собрали, 200 тысяч человек, после Нового года 500, а следующий год это больше миллиона человек, то какие цели и задачи она будет ставить, и самое главное, куда она дальше пойдет. И здесь мы как раз показали, что, друзья, мы собрали это сообщество людей именно для того, чтобы реализовывать задачи, для того, чтобы изменить жизнь на нашей территории, для того, чтобы эту жизнь сделать более значимой и более технологии, которые мы сегодня совместно, Ницкий их придумывает, реализовывает и доводит в интеллектуальную собственность до железа. А мы с вами, друзья, в это железо вкладываем деньги, а потом ищем моменты и по адресным проектам, как это применяется и, соответственно, зарабатывается прибыль и деньги. Это уже бизнес. Так вот, друзья, получилось так, что мы стали представлять очень лакомый кусочек, и к нам посыпались предложения, чтобы мы подключились к одной партии, к другой партии, чтобы мы вошли в Народный фронт там, или еще с кем-нибудь и на кого-нибудь начали выступать. И мы как-то делились между собой, между директорами, я думаю, это интересы всех наших участников. Друзья, а зачем нам кто нужен? Мы вполне самостоятельная, самодостаточная сила. Мы вполне знаем, что нам надо делать. Мы знаем, как это делать. Мы в состоянии организовать свою работу, потому что мы это делаем каждый день. И исходя из того, что нам законодательство сегодня дает право создать потребительское общество. Мы создали ПО «Евразия», потребительское общество, с целью которой реализация линейного города Владивосток, Санкт-Петербург. И мы с вами это делаем. Мы готовимся к получению земли, мы готовим технологии, мы прорабатываем проекты. Этот процесс, друзья, идет. И сегодня потребительское общество, мы готовим целый пакет документов, мы вам об этом будем рассказывать, о том, как каждый участник проекта в состоянии и при желании может стать членом потребительского общества. А это помимо гарантий, обязательств, которые сегодня дает компания Юницкого, она еще дает очень много серьезных преференций, которые дает и наша инвестиционная группа, и законодательство, связанное с ПО. И землю получить можно будет только будучи пайщиком потребительского общества. Если вы не будете пайщиком, вы не сможете участвовать в проекте по земле. И также вы не сможете участвовать в ряде адресных проектов. Поэтому, друзья, еще один закон, который сегодня существует в Российской Федерации и дает определенные права, но и в то же время накладывает на наши обязанности, это закон об общественно-политических партиях. И мы, посоветовавшись и пообсуждавшись между собой, с разными там старшими товарищами, мы пришли к выводу, что нам надо сейчас зарегистрировать партию, это общественно-политическое движение, которое мы назвали также «Евразия», чтобы не целью которой это изменение жизни и улучшение жизни на нашей территории. Что нам это дает, друзья? Во-первых, это структурирует по закону нашу с вами общественную организацию. И второе, она дает, друзья, определенные права. То есть нас нельзя будет просто так вот откнуться или просто так повлиять, или там сказать, что мы делаем что-то не то, если мы организованы и можем организованно задавать вопросы. И поэтому в законе четко прописаны возможности, которые сегодня дает партия. И поэтому, друзья, мы посчитали, что для такого крупного, серьезного проекта, для того, чтобы всецело участвовать в разных аспектах работы, юридическое – это потребительское общество, с финансовой – это Skyway Invest Group и еще ряд компаний, которые работают в инвестпроводящей системе, и для того, чтобы иметь определенные права
и работы в общественном поле, мы решили, что нам надо это общественное движение, которое мы назвали Евразия. Цели, друзья, мы, естественно, вам будем показывать. Мы, естественно, сейчас только зарегистрировали инициативную группу. Мы зарегистрировали актив из состава наших директоров, которые будут делать. Возглавил политсовет или вот эту инициативную группу, это Морозов Виктор Васильевич. Многие его знают по нашей работе, он был председателем совета директоров компании Skyway. Вот, очень серьезный, очень обстоятельный такой бизнесмен, политик. Еще я могу сказать, он, наверное, на сегодняшний момент один из самых крупных инвесторов в нашем фонде, не на одну сотню тысяч долларов, которые он вложил еще более года назад, полтора года назад. Поэтому, друзья, он еще и серьезный, ну, скажем так, инвестор в нашем фонде, в нашей работе. И дальше то, что мы сегодня делаем дальше и будем запускать, это именно структурирование работы, то есть создание региональных отделений, помимо корпоративных участков, которые есть. Дальше в мае мы проведем вместе с нашим форумом учредительный съезд. И дальше, друзья, у нас будет очень много событий, которые мы уже как общественная организация можем принимать участие. Это выборы в Государственную Думу в сентябре следующего года. Потом это, соответственно, поддержка, вернее, кандидатов в президентских выборах, то есть когда мы можем выдвигать свою программу и поддерживать кого-то, кто к нам относится. Ну и третий вопрос, друзья, это совсем другое взаимодействие с чиновниками, которые сегодня понимают только позицию более-менее структурированной силы. Поэтому, друзья, я могу сказать, что это тоже шаг вперед, это еще один шаг в развитии нашего проекта. То есть, и это говорит о том, что такой проект должен иметь общественную поддержку, он должен, обязательно должен иметь политическое влияние, то есть для того, чтобы и защищать, и при необходимости, когда будут такие наезды, как в 2009 году, когда после поддержки президента Медведева вандалы приехали и спилили полигон, который строился без их участия, их денег, а они просто по решению какого-то там чиновника уничтожили, я бы сказал, историческую ценность, потому что всю научную ценность этот полигон уже показал и демонстрировал. Но, друзья, это история технологий, это история развития. И когда будет полностью делаться из Skyway, то этого звена будет очень сильно недоставать. Он, конечно, есть в архивных документах, в съемках, но хотелось бы, чтобы он стоял там. И как раз вот на Минске на форуме мне очень понравилось этот вопрос. Я говорю, я выступление Юницкого слышал 1055 раз, всегда узнаешь что-то новое. Так вот, на вопрос ему задали, а кто спилил полигон после поддержки Медведева, он ответил, вандалы. А так как это мы все знаем, что это Министерство транспорта, то очень интересно прозвучало, что вандалы – это Министерство транспорта на тот момент. Потому что вместо того, чтобы заниматься будущим, вместо того, чтобы заниматься реально развитием, они уничтожают то, что будет реально спасать и изменять всю Россию, всю Евразию. Вот. Так вот, друзья, чтобы защищаться от такого рода вандалов и иметь серьезную шкуру, я вам сразу могу сказать, что в 2009 году, почему это могло произойти? Потому что мы были горсткой энтузиастов, которые были один на один с этими чиновниками, которые решают, что им делать или что им не делать, или что мы имеем право, а что мы не имеем права делать. Они считают, что они могут заниматься развитием страны, потому что они почему-то знают, куда двигаться, и почему-то Аркаша Дворкович должен заниматься стратегией развития транспорта, хотя какое... Вы возьмите биографию Аркаши Дворковича и посмотрите, это вице-премьер, который курировал развитие транспорта, и сейчас курирует, который учился в Англии, потом в Америке, всю жизнь тяжелее ручки, ничего не делал, и больше, чем одной секретаршей, никем не командовал. Так вот, оказывается, этот человек занимается стратегией транспортного развития России до 2020 года. Причем здесь Аркаша, я понять не могу. И это такие люди, которые принимают стратегические решения. Они решают стратегию развития 2020. Страны. Вот. Потом прошло 10 лет, они говорят, нет, стратегия 2020 умирает, теперь мы будем писать 2030. Потом они скажут, что 2030 тоже умерла, будут писать 2040. Так вот, ребята, они допишутся до того, что страны уже не будет к этому времени. Надо реально делать и реально решать задачи. А мы с вами это делаем. И нам не надо у них спрашивать разрешение. Так вот, друзья, для того, чтобы на это достойно отвечать, для того, чтобы участвовать и иметь право в общественной жизни, для того, чтобы участвовать и выставлять своих кандидатов в муниципальные выборы и муниципальных мэров, и
законодательных, финальных, участвовать в губернаторских выборах. И для того, чтобы мы могли своих кандидатов выставлять, которые поддерживают проект Skyway и которые знают, что это такое. Друзья, все это дает право только общественно-политическое движение по закону, которое структурировано, которое зарегистрировано, которое может работать. И мы, друзья, пошли по этому пути, и мы согласовали со всеми станциями, которые за это отвечают в стране, и администрация президента, и Федеральная служба безопасности, и Совет безопасности, то есть кто отвечает за такие, за такого рода крупные объединения. И мы, друзья, делаем эту работу. Я считаю, что она нам ни в коем случае сейчас не может вредить, когда задали вопросы, там, когда мы объявили, а не превратится ли это в партию старого типа. Помните, как у Виктора Степановича Черномырдина, что какую партию бы ни начинали делать, всегда получается КПСС. Так нет, друзья, это у нас абсолютно новое объединение, абсолютно новых людей. Мы ставим задачу, у нас есть личные кабинеты, где есть личное общение, где каждый может поставить вопросы, где мы можем каждый вопрос понять и, соответственно, ответить. Где мы ставим за своей задачу продвижение новых технологий, построение новой страны, то это, друзья, как раз вот задача для вот этой партии Евразия. А Евразия почему? Мы пришли, мы, было много названий, одно из названий Евразийский союз мы хотели рассматривать. Но слово Евразия это абсолютно правильное, потому что Россия находится половина в Европе, половина в Азии. Все наши соседи, коллеги, присутствовало людей из 20 стран мира, а всего у нас 47 стран-акционеров, люди, которые пришли. Вот, друзья, в основном все мы находимся на евразийском пространстве, и это евразийское пространство как раз должно изменяться, и когда мы говорим, что наша работа приведет к тому, что через 10 лет ВВП евразийского пространства Евразии увеличит 10 раз, то мы просто говорим, что мы знаем, как это сделать. Поэтому, друзья, это абсолютно логическое такое развитие, и на форуме все, кто был, то есть мы это представили это как раз не 25 числа, когда была научно-практическая конференция по экотехнопарку, а это мы делали 23 числа, когда собирались наши активисты, когда были наши участники. Мы задали такой вопрос, что вы не против, если мы структурируемся и зарегистрируем инициативную группу и будем регистрироваться и запускаться как партия Евразия, целью и задачей которых сегодня это продвижение проекта Skyway, это строительство Евразия Rail Skyway на всей территории континента, это продвижение этой технологии на всех уровнях муниципальных, губернаторских и федеральных, это продвижение этой технологии во всех странах Евразийского союза. Естественно, что никто против не возражал, тем образом мы начали двигаться. Естественно, что вся работа будет идти через наш мультиличный кабинет, где будет все, будет и ПО Евразия, будет и СВИК, то есть Skyway Invest Group, будет и партия, где каждый желающий может участвовать. Соответственно, дальше мы начнем работу. Каждый, кто хочет, может в своем регионе зарегистрировать отделение этого движения. Дальше мы будем вести более серьезную работу. Это уже с кем-то кооперироваться и выдвигать своих кандидатов и в депутаты, и в мэры, и в губернаторы. Так что это, друзья, такая серьезная работа. Ну, никто не говорил, что наш проект несерьезный и будет сводиться только к тому, что получать дивиденды от тех инвестиций, которые мы с вами делали. Поэтому это еще один пласт работы, еще одно такое серьезное направление. И я считаю, что в нашем проекте и в нашей работе это нисколько не помешает, это нисколько не будет. Ну а я вам могу сказать, что со своего опыта я участвовал в выборах и муниципальных, и городских, и федеральных в Государственную Думу. Вон, кто можете посмотреть в интернете мои драки в прямом эфире с Жириновским, очень знаменитая такая вещь в 2003 году. А, друзья, это все надо для того, чтобы, если вы найдете и посмотрите много роликов в Ютубе моих выступлений, так вот, друзья, я могу сказать, что о Юницком, о Skyway, тогда еще не было названия Skyway, это были струнные технологии Юницкого, это Транснет, тоже термина еще не было, это была сеть транспортных дорог второго уровня. Мы также об этом говорили, также говорили, что это спасет Россию. Но, друзья, в 2003 году у нас не было такой организации, как сегодня. И второй момент, друзья, что я вам сейчас точно могу сказать, и это можете поверить, можете не поверить. Если бы в 2009 году у нас было хотя бы 200 тысяч, как сегодня, поддержки, вот эти вандалы, они бы не посмели просто приехать и спилить то, что действительно
являла и научную, и историческую ценность. Так вот, друзья, сегодня ситуация совсем другая. А по мере того, как мы уверенно растем по 2000, ну, 1500-2000 человек в день сегодня, а эти темпы все увеличиваются, я могу сказать, что та сила, которая сейчас набирает, нас может уже и адекватно продвигать проект, и адекватно защищать, если кто-то будет считать или посягать о том, что эта работа кому-то не нравится или кому-то не нужна. Потому что сейчас я могу сказать однозначно, друзья, тот, кто является врагом Skyway или тот, кто сегодня препятствует его развитию, то это в конечном счете и враг России, потому что без этого Россия не может развиваться, и всей Евразии, и в конечном итоге развитие цивилизации. Поэтому здесь, друзья, надо уже четко позиционироваться и говорить. И вот когда Алексею задают вопросы, а почему вы уверены, что эта технология настолько изменит мир, тут надо говорить, друзья, интернет изменил, а Транснет это на порядок серьезнее, на порядок. Другое дело, что не все понимают, что этот Транснет, эта технология делается нами. Всем кажется, что спасение, так же как интернет должен прийти из-за границы, он должен прийти из Америки, он должен прийти непонятно откуда, вот, что мы здесь ничего сделать не можем. Так вот, друзья, Транснет, технологии делаются в России, в Белоруссии, на нашем европейском пространстве, и именно отсюда пойдет изменение, пойдет развитие. Ну вот, друзья, это как бы такой заключительный аккорд, который прошел весь этот фестиваль, который выводит все на новый уровень. Особенно мне было интересно, когда мы провели, и Морозов выступил, Виктор Васильевич, и я рассказал о целях и задачах. Перед этим мы собирались большим активом и нашим партийным, и фондовским. Вот, я могу сказать, что в фойе стояла большая очередь, те, кто уже был желающих записаться и открыть представительство нашей партии в регионе. Поэтому это, друзья, тоже часть этого проекта. Мы не собираемся не конфликтовать, мы ни с кем не собираемся вступать в такие жесткие... Мы как раз те, которые ни с кем не воюют, мы со всеми дружим, у нас все друзья, кто действительно на развитие, а не с отпетыми такими негодями, цель которых это просто разрушение и уничтожение. Поэтому у нас в этом все друзья, вот, и мы, соответственно, развиваем проект, развиваем Skyway, строим Транснет, и задача, чтобы каждый на этой территории как минимум в 10 раз стал чувствовать себя и увереннее, и богаче, и счастливее. Вот такие задачи мы перед собой ставим. Я думаю, что никто против этого, по большому счету, возражать не будет. Никто, по большому счету, не думает о том, что мы ставим какие-то нереализуемые, это раз, потому что мы с вами делаем, ну а второе, какие-то неблагородные цели. Так, ну вот, друзья, давайте на этом, на сегодняшний момент по итогам недели Skyway, этого фестиваля Skyway, вот, будем подводить. Мы еще много будем к этому возвращаться. И сегодня на 20-часовом вебинаре мы с Алексеем продолжим анализировать, рассказывать и делать, и передавать эту атмосферу. И в следующую среду вот мы это будем делать, продвигать. Дальше у нас уже намечается ряд региональных конференций. Вот, по-моему, там 21-22 у нас в Казани будет ближайшая конференция с Феем. Поэтому, друзья, работа предстоит большая, нам ее необходимо делать. Акция, которая сегодня пошла, ну, или вчера в фонде, который направлен на то, что стимулировать приход новых инвесторов, для того, чтобы стимулировать подход тех, кто уже пришел. Поэтому, друзья, работа нам предстоит впереди большая. Вот. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, строй Skyway, спасай Россию. Вот здесь другого просто нам не дано. Вот. Ну и, соответственно, как всегда, видите, Транснет любит показывать, мы объединяем мир, потому что объединять – это наша работа. Вот. Поэтому, друзья, я вас всех поздравляю с юбилеем, я вас всех поздравляю с той работой, которую мы сделали, с результатом, который мы сейчас все добились. Я вам еще раз передаю пожелания и поздравления от Антона Дальше Юницкого, от всего нашего директорского состава, потому что действительно, друзья, мы вместе, вот это надо понимать, мы только вместе могли сделать эту работу. Никто в отдельности, никто, каждый в своем направлении не мог. Только вместе мы сделали эту работу, и я могу сказать, что только дальше мы можем ее делать и получать те результаты, которые мы перед собой ставим. Здесь я могу сказать, друзья, никаких сомнений нет, что мы этого сделаем, и мы это реализуем. Все, друзья,
Все, доброго, до новых встреч. А я вас прошу сейчас, у кого есть время и кто еще... Потому что сейчас Алексей будет дальше поставить 3 ролика по Челябинску, поэтому я предлагаю все-таки это внимательно посмотреть. Если нет, посмотрите в записи, либо на тех ресурсах, на которые дальше мы это будем обязательно выкладывать. А я прощаюсь с кем до вечера, следующей среды. Друзья, всего доброго. Я не сомневаюсь, это будущее, что рано или поздно придет, да? Но просто я говорю, для нас, вот, для меня, живой, ее человек, да, ну и как экономика будет связана? Ну мне непонятно, вы называете стоимость проезда. Я точно говорю, что такой стоимости проезда в Челябинске востребовано не будет. Не будет. Знаете, вот в Москве уже не раз пользовались, но они сейчас сворачиваются, да. Даже экскурсионно-выставочный, да, он даже уже все еще. Да. Да. То есть здесь идея немножко другая. Совершенно другая, совершенно другая. То есть при дальнейшем изучении мы вам сбросим сравнение с железной дорогой. Даже с Тесла-автомобилем сравнивали минибусы. Тесла-автомобили, электромобили же знаете. Казалось бы, это суперэкономичный автомобиль, который недавно изобрели. Наш минибус более чем в 10 раз эффективнее. Есть конкретные расчеты, которые мы вам сбросим. Хорошо. Когда к нам приезжают с вашими... Надо всегда экономику посмотреть. Мы готовы все рассчитать по... Давайте, давайте. Вот хорошую презентацию. Давайте, готовьте. Да, надо понять. Вот, пожалуйста, именно план проект по спортивно-развлекательному. Вот, это чисто техническая часть. Давайте вот как бы в этом я сам Юницкий может участвовать в нашем. Тема, конечно, красивая. Красивая? Нет. Я сюда и покатался. Она не только красивая. Но они тоже взяли, разобрали ее. Значит, вот, не, но она не только красивая. Уважаемый вот Брилич, он мне года 4 приносил очень красивые картинки, альбомы, связанные с французской фирмой, Мадарей, Центр, Челябинск и так далее, и так далее. На четвертый раз он сказал, давайте технарей, вези, вот такие, красивые, действительно, мне нравится. Да, вези технарей, я своих, мы начнем реально, что как еще. Ну, к сожалению. А мы тут готовы. Вот я хочу, мы готовы полностью технически обосновать, да, да, и на любые вопросы. Конечно. Мне надо понять, как вы подсознаете. Мы реально. Вам же важен пассажир, чтобы вы знали. Хорошо, всем нам нужно слушать. Поэтому, как и по России, так и по многим странам мира, мы выходим на адресные проекты. Но так как я истинный патриот, как и мы все с вами, надеюсь, челябинец, я хотел бы, чтобы адресный проект также был реализован челябинцем. И вот, пожалуйста, авант-проект. Конкретный маршрут уже проработан с одним из наших лоббистов от выставочного комплекса «Пропуск», это 40 лет октября, до Парка Победы. То есть через Парк Победы будет проходить поезд на Динамик. То есть этот документ я тоже, кому будет необходимо, сброшу. Экономические составляющие, пожалуйста, Евгения, вот здесь, да, чуть повыше. Стоимость проекта будет, сейчас вот Евгения покажет, примерно стоить 2,3 миллиона, окупаемость год или чуть больше года. Вот, да, чуть-чуть повыше. Вот, то есть длина маршрута 1 километр, сумма инвестиций, капитальных затрат 2,3 миллиона долларов, маржинальный доход от реализации услуги в год при выходе на проектную мощность. Примерно это 600 тысяч человек. Я думаю, что это абсолютно доступная нагрузка. Что это такое? Мы не понимаем. Да, сейчас, вот, пожалуйста, презентация. Вот, да, вот этот слайд. Это легкий туристический спортивно-развлекательный комплекс.
То есть это транспорт второго уровня, который основывается на путевой структуре эстакадного типа. Это легкая ажурная конструкция, это не нужно показывать, это высокоскоростной транспорт. Входить именно... Мы до этого не доросли еще, да? Нам педали где-то. Чуть попозже Челябинск и Петербург. Пока нельзя, потому что там китайцы. И, собственно, в чем это плюс для нашего города? Вы все прекрасно знаете, что 2019-2020 год — это приезд ШОС. Также в 2015 году, в начале 2016 открывается выставочный комплекс, пропуск. И мы эти события решили синхронизировать вместе с внедрением и строительством первой трассы, именно как, не нужно листать слайд, именно как демонстрация нашей технологии для города Челябинска. И я могу сказать, что мы можем успеть сделать таким образом, что это будет первый проект вообще в Российской Федерации. То есть, соответственно, престиж нашего города будет очень сильно увеличен. Я думаю, что посетят многие чиновники из Москвы, если мы успеем. И, собственно, есть все возможности, проблем с финансированием, самое главное, нет. То есть я являюсь замдиректора инвестиционного фонда Skyway Invest Group. Финансирование мы обеспечиваем, и на этот проект мы финансирование найдем. То есть у нас есть способы развития. Основной вопрос заключается в том, чтобы согласовать непосредственно с лицами, принимающие решения в Челябинске, выделение земли, получение разрешения, то есть все, что необходимо для стройки. На сегодняшний день мы начали уже работать с проектными организациями, которые строили ВИДГО. И вот этот проект, вот авант-проект, который Парк Победы, он представлен именно как более реальный проект. Есть еще более пиар-проект, который мы будем заносить до господина ВИДГОФа. Первичные переговоры уже прошли, но я думаю, что там сложно будет получить землю, потому что вторая станция, ну, собственно, вот Евгений не ориентируется просто в документе немножко, вторая станция будет располагаться на земле, знаете, где ресторан Ной. То есть там землю очень сложно получить. То есть смысл будет в чем? Ну, могу я просто перейти. Вот, то есть я больше ориентируюсь в документе. Вот, пожалуйста, маршрут. Ну, вот такой будет подвижной состав, это 4.6, юнибайк называется. Почему юнибайк? Это будет веломобиль. То есть почему веломобиль? Потому что президент Российской Федерации в своих обращениях: мы за здоровье сильной нации, мы за свет нашей нации и за поддержание физической активности. Так вот, представьте, если, просто вот в мыслях представьте, если вы сядете в подвижной состав, инфраструктура которого самоокупаемая, и крутите педали, дергаете рычаги, и просто за счет энергии, вот от мускульной силы, запитываете аккумулятор, начинаете движение. И самое интересное, это позиционируется именно как спортивно-развлекательный комплекс. Вот, пожалуйста, здесь маршрут. И 100 км в час может развивать, да? Да, до 100 км в час может развивать. Да. Вот. Александр Александрович, это ваша же всегда эта мечта была, маршрутка с педалями. И на втором этаже. Без пробок на втором этаже. Когда мы сделаем маршрутку с педалями и продемонстрируем, вопросов никаких не будет по технической именно возможности. Формирование этого проекта уже нет вопросов. Все желающие могут съездить в Минск. Я думаю, что, надеюсь на это, с делегацией представителей администрации мы выберемся в Минск, пообщаемся лично с генеральным конструктором, генеральным директором группы компании Skyway Анатолием Эдуардовичем Юницким. И, собственно, вот эту вот маршрутку на педалях можно доработать для городского пассажирского транспорта. То есть это будет именно как этап демонстрации, чтобы решать далее проблемы, отталкиваясь именно от спортивно-развлекательного комплекса, далее уже выходя на преодоление пробок и так далее. Можно вопрос? Да. Чисто технически. Если выехал один веломобиль, а за ним другой и третий, как регулируется проблема? Это система автоматизированного управления. То есть мы уточняли стоимость, допустим, у Талис, без проблем. Они могут нам разработать, то есть разработка примерно 10-15 миллионов долларов, внедрение 3 миллиона. Отвечая на вопрос, у нас собственная система автоматизированного управления в потоке друг за другом.
автоматически будут передвигаться велобайки, то есть юнибайки. Это будет беспилотное, беспилотное управление. Так нужно будет педали. Это для генератора. Он сам будет поддерживать скорость, и более того, юнибайки, как и юнибусы, как и юникары. Привод, так, что, привод, это, понимаете, это фишка именно проекта. То есть мы сейчас прорабатываем, у нас Турция... В принципе, можно их и не крутить. Можно не крутить. Если не хотите крутить, но потом мы хотим это доработать. Если человек крутит педали, и представьте, у нас... Скорость не зависит. Нет, скорость не зависит. То есть просто это все... Крутит электроэнергию на питание по его аккумулятору. Кто занимается физическим упражнением? Представьте, вот на трицепс вы делаете, и едете просто... Ну, на работу, к примеру. То есть представим такое будущее. Ну, когда-то нам казалось будущим и мобильный телефон, когда все пользовались проводной сетью. И, собственно, самое интересное, что эта технология, кто знает Сергея Анатольевича Гришина? Это президент Новотранс. Недавно он приезжал в Минскую область, и, соответственно, для чего он приезжал? Для того, чтобы уже на стадии предвнедрения эту технологию изучить и потом в своей переводческой компании это использовать. Зачем приезжал Род Кук, этот бывший директор департамента Южной Австралии? И, собственно, вот про что я говорил Витгов. Сейчас по-быстрому картинку открою. Так это в качалке просто это, поставить генератор, они Челябинск будут электричеством снабжать. Ну, это уже... Вот, кстати, обратите внимание на папку и регионы, которые мы прорабатываем по адресным проектам. По всем вопросам, вот именно техническим, да, и по общему виду, просто спуститесь, да, подойдите к стойке и в целом... Получите всю информацию. Да, да. Да. Визуализация и на первом этаже. Ну, вот здесь на... Да, вот, пожалуйста, сейчас я визуализацию покажу по проекту Витгофа. То есть вот здесь, вы видите, вот здесь идет струна. То есть она будет, получается, в гору. И так как уклон, который может преодолевать наше транспортное средство от 15 градусов и выше, то есть при желании можем на 90%, 90 градусов подниматься. И вот та башня, которой сейчас нету, это будет именно станции. Может быть просто строительный объект, также может быть жилой объект, инфраструктура там находиться. Нюанс заключается в том, что здесь также вот для Витгофа мы проработали, ну по сути, взять Тур де Франс и так далее, то есть у нас уже маркетологи это покреативили, то есть здесь можно общероссийские такие соревнования по взбиранию гору на пределе человеческих возможностей на велосипеде 21 века. Ну и для чего мы это делаем? Именно с вхождением в регион с инвестиционно-привлекательным окупаемым проектом, то есть максимум его срок окупаемости это 1.5 года, все рассчитано, все это мы можем предоставить, все технические показатели также рассчитаны, для того, чтобы это продемонстрировать и далее уходить уже на решение проблем городского пассажирского транспорта. Но если вдруг мы услышим потребность и необходимость, что необходимо уже прорабатывать и решать проблемы городского пассажирского транспорта уже сейчас, то мы с удовольствием этим займемся и будем сотрудничать. Вектор по планированию стратегическому развитию Skyway NS Group. Вчера на открытии на заседании Координационного совета мы представляли эту технологию. И сейчас, так как я думаю, собрались логисты, я вкратце расскажу о преимуществах, и потом мы просто посмотрим два видео экспертного мнения Сергея Анатольевича Гришина. Поднимите руку, кто знает, кто этот человек. Не знаю. Сергей Анатольевич Гришин, то есть это бывший министр транспортных путей и сообщений Российской Федерации. Это нынешний президент Новотранс. И, собственно, недавно этот человек приезжал в Минск, на Марьину горку, чтобы посмотреть, как идет строительство, так как демонстрация, сертификация нашей технологии будет уже в октябре 2016 года. И, соответственно, основные преимущества нашей технологии транспорта второго уровня заключаются в том, что
Ну, можно презентацию включить, чтобы народ понимал вообще, о чем идет речь. А вот слик, челбы, и потом видео. И основные критерии, показатели именно эффективности будущей на рынке заключаются в том, что это транспорт второго уровня, то есть он находится на высоте 5-15 и выше метров над землей. Второе, то, что это вседоступность, всепогодность, пригодность абсолютно любого типа местности, рельефа. И третье, то, что это комфорт и безопасность. То есть те преобладающие качества... Так, почему? Не листается. Те преобладающие качества, которыми должны обладать любые транспортные средства. У нас есть четыре направления, точнее их больше. Это грузовой, пассажирский, это городской, естественно, высокоскоростной и легкий прогулочный транспорт. Вот, собственно, на слайде вы видите городской пассажирский транспорт. Здесь сейчас в зале Аркаим мы презентовали для местных и областных перевозчиков, для представителей властей именно проект, который мы уже планируем делать в городе Челябинск от 40 лет октября до Парка Победы под таким кодовым названием, звучным, хорошим, Победа, для нашего города, для города Челябинска. То есть этот проект уже просчитан, просчитана окупаемость примерно полтора года при пропускной способности 600 тысяч человек. Я думаю, что для парка, в который будут приезжать, чтобы прокатиться на инновационном транспорте со всей области, а может быть и со всей России, если мы, точнее, когда мы успеем это сделать первыми в России, этот поток будет абсолютно достижим. И, собственно, так как, я думаю, здесь собрались логисты, всю информацию о транспорте можно будет узнать, подойти к нашей стойке. Я подробно объясню, что я думаю, что в ближайшие недели мы будем организовывать круглые столы, в том числе в содействии с представителями администрации, с предпринимателями, средними, крупными, которые заинтересовались нашей технологией, чтобы отвечать более подробно на эксплуатационные показатели, показатели окупаемости и все интересующие любые технические, экономические либо другие вопросы, которые у вас возникнут. А теперь давайте перейдем к видео именно вот Сергея Анатольевича Гришина. Пожалуйста, отниму у вас 10 минут вашего драгоценного времени, чтобы вы поняли именно перспективность и эффективность этой технологии, которую оценивают эксперты многого мира. Благодарю. Сергей Анатольевич, насколько я знаю, вы были замминистра по идее сообщения, отвечали за движение. То есть вы инженер тоже по идее сообщения такие. Это я не снимаю. Вы опытный железнодорожник, так скажем, большой у вас практический опыт. Вы приехали к нам посмотреть, что мы делаем. И вот ваше впечатление о струнной дороге, о системе, о SkyWay, вот как инженер и как вот железнодорожник. Да, у меня повезло поработать таких ответственных должностях, как начальник отделения, заместитель начальника, начальник дороги. Это какое? В Сибири. Потом, отсекнике, будучи министром, мне доверил пост начальника департамента, а потом начальника департамента присоединил тоже заместитель министра. То есть возможность заместителя министра и исполнительская функция – это начальник департамента переводства. И это было время, когда прописывали все реформы. Реформы подразумевали оптимизацию расходов, увеличение скоростей, централизация перевозок. Ну, на этой стадии у нас много было сделано, было 5 часовых поясов по сети. Ну, то есть, если в Москве проводился лектор, то в Хабаровске уже подводили итоги с проделанностью. Ну, это тоже уже было, когда это 36-й год устанавливалось тогда. Соответствующими структурами, как сегодня, но в Финке мог это решить, и это так решено, что единый часовой пояс 18 часов московского времени, вся сеть работает на централизации. Единый диспетчерский центр управления, который сегодня функционирует, то есть это внимание, Москва, 7 центров, и они управляют всем, чтобы управление было лучше. Унификация весовых норм. Ну, когда это в большинстве сегодня сделано, оно, как бы, вот это, ну, в большей части
не дало того результата, на который может рассчитывать, ну, скажем, экономика. На качестве доставки груза это реально не отразилось. Ну, то есть эта проблема есть. Если сегодня в Кузбассе грузится уголь, и он 5000 расстояний на восток либо на запад, попадает в атмосферу доставки, влага сушится, качество его теряется. Высокие технологические грузы, они ушли на автомобильный транспорт, в контейнерные перевозки ушли года. И остались нефтеперевозки, уголь опять же, тот не в том качестве. Ну и, к сожалению, скорость доставки груза, она не изменилась, она идет. Ну, на 20 килограмм, это километр в час, по-моему, да.